кинотелевизионном комплексе «Главкино» в Красногорске губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей премии «Мы рядом ради перемен». Лауреаты от нашего муниципалитета смогли наблюдать за мероприятием в режиме онлайн. Прямая трансляция церемонии награждения была организована во Дворце культуры города Видное. В Подмосковье заведено, что большое, огромное количество людей и в этом зале, которые сейчас дистанционно нас видят и присутствуют здесь, они помогают людям бескорыстно. В нынешнем году конкурс стал особенным. Большинство проектов рассказывали о волонтерской деятельности жителей. Елена Толстокорова на губернаторскую премию представила свой клуб «Дорога в жизнь», созданный для поддержки особенных людей. Начинались с ментальников, но сейчас у нас есть и с ДЦП. То есть это молодые люди, которые имеют инвалидность, и мы творчески развиваемся. Клубу уже 7 лет. И мы пошли сейчас в концертную деятельность, у нас есть направление театральное и также есть у нас арт-терапия. Вот эти три направления, которые мы взяли, мы в них идем. Еще один проект, участник премии, это танцевальный баттл. Мероприятие проводится ежегодно для юных жителей муниципалитета. Его автор Анастасия Матвеева. Он направлен на вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность в сельских поселениях, деревнях Ленинского городского округа. Мы организовываем танцевальные битвы. На эти танцевальные битвы приходит молодежь, танцуют и участвуют в таком необычном состязании. Дипломы лауреатам премии вручил временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Алексей Спасский. Премия в данном случае – это признание. В первую очередь признание того, что уже сделано, того, что совершено. Я ни капли не сомневаюсь, что люди, а некоторые получают по 3, по 4, по 5 раз эту премию, что они продолжат творить, и все это будет во благо Московской области и во благо Ленинского округа. Всего в Ленинском городском округе 12 победителей премии «Мы рядом ради перемен» в разных номинациях. Стоит отметить, что трое лауреатов смогли лично принять участие в церемонии награждения в Красногорске. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.